Всех приветствую, всем приятного просмотра, и давайте запишем, наверное, третью финальную серию Земли Викингов. По двум причинам. Первая, я смотрю, что игрушка вам не зашла, не знаю почему, она реально достойная внимания. А во-вторых, из-за того, что древо жизни здесь нужно нам прокачивать, вы видите, какое оно огромное, мне нужно ждать, пока здесь у нас руны появятся. А чтобы появились руны, мне надо либо выполнять задание, либо просто... А это что такое? А, у нас землетрясение началось. Прикольно. Вовремя. Сейчас оно закончится, и я продолжу свою мысль. Ага, это сейчас минус хижины, да, будет у нас минус все постройки. Так, давай смотреть. Землетрясение, древо жизни. Трясется. Должно быть, боги разгневались на нас, да? Раздать серебро. Принести жертву. Давай раздадим серебро. Вот так вот. Сейчас построим хижину здесь. Здесь назначим одну... человека. Вот так вот хочу продолжить. Жир, во-первых, нету ни лайкосиков, ни комментариев. Если захотите продолжение этой игрушки, просто поставь комментарий, напиши мне шарче, продолжаем, мне интересно, я буду знать, что вам зашло. А во-вторых, я жирю, и такие вот руны нужно добывать. Либо ты просто сидишь, ждешь, пока миссия не, по-моему, каждый день добавляется по одной штуке, либо выполнять задание. Так, в этой серии я хотел, наверное, сделать тренировочный лагерь и войны, да? Давай, наверное, изучим войны в тренировочном лагере. Построим дом героя. Где у нас тут военное дело, тренировочный лагерь. Давай, наверное, вот сюда тренировочный лагерь поставим мы. И дом, где наш дом героя. Вот этот вот домик. Отлично, давай, наверное, куда-то вот сюда. Да, давай так. Я здесь обвел специально дорогой, не знаю, как вам показать вот это вот место. Из-за чего? У нас, когда здесь появятся в военном деле стены деревянные, я хотел... Так, закройся, пожалуйста, обвести вот так стенами по периметру и построить здесь наш жилой квартал. Специально из-за того, что когда на нас будут набеги, мы могли с вами как-то защищаться. Плюс здесь поставить эти такие смотровые вышки вот тут по периметру. И так же самое здесь снести эти все лачуги, обнести вот это вот все забором вот таким вот образом и перенести сюда сельскохозяйственное. Здесь поля, коровки, козы. Так же самое, чтобы у нас была какая-то защита. Потому что если сейчас кто-то приплывет и нападет на нас, давай немножечко ускоримся, то защиты у нас с вами не будет. И это плохо. Так, давай сделаем сюда дорогу и вот сюда дорогу для тренировочного лагеря. Ну, временно пока здесь. Я говорю, все будет зависеть от вас, ребят. Я никогда не прошу ни лайки, ни комментарии, но... В этой серии попросим. Так что пиши, не стесняйся. Отвечаю на любой комментарий. Даже самый глупый. Так, давай смотреть. Сейчас у нас построится тренировочный лагерь. Плюс у нас древо жизни. Что я хотел еще посмотреть? Где у нас будут с вами доступны... Доступны... Ага, вот. То есть это плюс-минус, мне нужно сюда идти. Хотя нет, мне нужно вот идти вот сюда. Можно построить дом треллов. Что такое дом треллов, я так честно и не понял. Но дом Кагуна — это дом героя, он нам нужен. А дом треллов, я так понимаю, что с этой ветки нам нужно будет вот сюда, да? Так, треллы менее склонны к мятежу. Ага, это у нас новое поселение будет и новое
По идее, дома должны быть. Таверна. Идолы, идолы. Идолы. Ну да, но это, я так понимаю, нам нужно как минимум 16, да? 16 рун. Либо почему? Я не могу посмотреть. Ладно, сейчас мы здесь выставим с вами приоритет. Отдай, пожалуйста, вот приоритет строительства. И посмотрим, сколько нам нужно будет очков опыта. Как видите, деревушка потихонечку разрастается, но опять же, на начальном этапе меня это все устраивает, как они, а потом хочется реально обнести здесь все стенами и сделать такое укрепление. Это все снести, перенести я, к сожалению, его не могу, и оно только сносится. Так же самое здесь зачистить полностью все дороги, все эти здания полностью посносить. Потом взять так же самое вот стены, как здесь идут по периметру, вот по этот, наверное, момент какой-то застроить и внутри уже развивать. К сожалению, вот эти вот, сколько тут, вот эти вот дома, это я снести не могу. И это я снести не могу, да? Это правильно понимаю? А нет, могу. А тебя центр города, нет, не могу. Но это жилые дома, по-моему. Это у нас идет. Так, что это такое? Изгнать из деревни. Дом столяра. Ага, единственное здание, которое не смогу с вами разрушить, это общий дом. Ну, я думаю, ничего страшного. Мы обнесли бы его просто. Вот там и жарю забором. И было бы все хорошо. Так, что у нас тут по поводу. Тихтом. Повышает эффективность атак воинов. Угу, отлично. Давай проведем тебе сюда дорогу сейчас. Дождемся, пока здесь у нас построится этот лагерь. И нужно будет обучить пару воинов. И как раз посмотрим за серию, сколько у нас с вами накопится рунов. Так, дай посмотрю. Можно построить дом треллов. А почему я не могу тебя изучить? Может, из-за того, что у меня просто лагерь не построен? Так, ребятки, можно немножечко побыстрее это все делать? Вроде камень у нас. Ага, у нас вот двадцаточка появилась. Хорошо, отлично. Давайте, наверное, займемся пока мисс вырубкой деревьев. Они здесь нам не нужны. Тем более, благо, деревья у нас очень быстро растут. Что мне нравится в этой игре. Что мне нужно и лесничек добавлять. Да, кстати, построил я себе вот торговую пристань. Корабль находится в плавании. Отправил корабль в плавание продать немножко мяса. Потому что мяса у нас много. Вот видите, места много здесь. 189. И сотку, по-моему, я отправил в плавание. По-моему, единственное, что у нас не хватает, это шкуры, да? Давай посмотрим. Ага, у нас склад исчез, погоди. Склад, склад, склад после землетрясения, да, я так понимаю, у нас исчез склад. Да, давай, наверное, тоже мы склад сюда поставим. Я думаю, что такое... Как раз заодно посмотреть, чего у меня там не хватает. У меня, конечно, есть один еще запасной склад вот тут. Да, у нас кожи очень мало. Кожи и угля. Ну, уголь у нас находится вон там, вон. Где здание заполнено, вы видите, да? И он пока меня по дороге принесет в город, но это будет очень долго и нудно. Так, ну что вы тут? О, потихонечку строится. Хорошо. Давай сделаем так. Так, у нас уже 2 очка, да? Что нужно? Потребности героев. Дать герою запрошенные материалы и серебро, да? Давай дадим. Отлично. Склад мы построили, да?
Правильно понимаю? Да, склад мы построили. Давай заполним. Хорошо. И давай смотреть на наших... На наших героев. Так, начать подготовку войск. Что нам нужно? Легкий воин, лучники. Давай, наверное, легкий воин. Здесь нам предпочтительно что? Наверное, сила, правильно? Давай, наверное... Так, раз... Два, три, я даже не знаю, четыре, пять. Давай посмотрим, сколько максимально. Это седьмой, по-моему, был, да? Восьмой. Восьмой, ага, все, восемь человек только. Ладно. Ладно, ладно. А я не могу начать из-за того, что что? Количество щитов. Блин. Ясненько, могу только два человека, да? С вами сделать. Угу. А может тогда лучников попробуем? Я же смогу лучников себе натренировать. Так, могу только три штуки. Точнее, три человека, ну ладно. Хорошо, давайте тогда... Наверное, просто воинов сделаем два. Посмотрим, как это происходит. Как они будут сейчас тут у нас тренироваться. Так, давай, наверное, обычную скорость поставим. Понятно, весна близко. И давай смотреть, почему я не могу. Почему я не могу. Сила воина повышается на 5%. Просто если я сейчас пойду в эту ветку, то у меня здесь будет дальше... Военная пристань. Появляется возможность настраивать дракалы. А мне нужно пойти вот сюда, чтобы открыть заборы. Но почему-то я не могу. Дом треллов. Давай посмотрим, где они вообще, наши треллы, находятся. Так, обычная жизнь, да? Лачуга, лачуга, хижина. Таверна. Идол, идол, так, склад. Еда, тут ничего не появилось. Шахты, так же самое, все на месте, да, море. Верфь, торговая пристань, это не то. Деревянная стена, ворота, сторожевая башня, дом треллов. На исследовательском древе жизни. Так, требуется здание для управления треллами. А почему я не могу? Почему ты красным светишься, дом треллов? Требуется здание для управления треллами. А какое здание? Так, сила повышенная, не то. Вместимость складов. Верно. Это боги у нас. А где у нас? Что не так? Требуется здание. Хорошо, руны. Что здесь у нас? Праздник. Так, война. Чтобы открыть, найдите 10 поселений и завершите один... Набег. Ага, мы даже тут набеги можем с вами делать. Так, ну это наш герой здесь. Давай немножечко ускоримся. Я хочу посмотреть, как они будут тренироваться. Ага, кстати, вот он уже тренируется, видите? Только я не знаю, что он тут делает. На пухоло, да, нападает, я так понимаю. Вот здесь у нас должны лучники с вами тренироваться. А почему только один человек? Я вроде сюда троих назначил. Начать подготовку. Пока, если честно, непонятно, что не так. Так, что у вас не хватает? У вас не хватает домов. Ну вот тут три штуки строятся. Надеюсь, вам этого должно хватить. Я хочу... Понять, в чем проблемка, почему я не могу построить. Так. Конкретно вот это вот мне что-то мешает, да?
Блин, может тут изучить, как думаете? Может оно туда пойдет? Сила воина повышается на 5%. Ну давайте изучим, у нас 2 есть. А дом трейлов я так и не могу. Военная пристань, скорость подготовки. Трейлы менее склонные к мятежу. Тут два варианта. Либо я куда-то пошел не в ту степь, либо мне реально нужно просто вот эти все ветки прокачать. Вот видите, оно красным светится, я не могу понять. Либо это цвет специально такой военный, или... Или что? Блин, а может... Ага, смотри, может это те люди, которые мы завоевали, сделали набеги? Помните, мы прочитали, что нужно сделать набеги? Так, изучить можно построить военный корабль, отправлять воинов на разведку или на набеги. Наверное, когда мы совершим с вами набеги, мы сможем строить тогда дома для них, да? Так, деревянные стены, ага. Ну, по идее, это так и должно и быть. Ну, я думаю, сначала нужно построить нам с вами, во-первых, забор. Плюс башню оборонительную, нанять побольше людей, согласны? А потом уже заниматься набегами. Так как 3 воина, я думаю, не смогут нам сильно много там... А даже 2 воина. Сильно много нам чего-то там наделать. Так, начать подготовку. Общее... Хорошо, занимайтесь пока, месь. А мы давайте, наверное, посмотрим, чего бы я хотел сделать. Ну смотри, к примеру, если бы я дальше продолжал бы... Давай срубим эти деревья. Здесь бы у меня по периметру был бы забор. Тут у меня были бы сторожевые башни. Вот так здесь, наверное, бы стояли. Плюс я бы разделил бы на половину... Здесь у нас сделал бы вот такие вот дома обычные наши. А здесь бы, наверное, местечко оставил для вот этих трейлов, трегов, которые здесь бы с нами и жили, правильно? Я не знаю просто, каким размером они были. Наверное, как обычная лачуга. Вот тут бы, наверное, просто для них бы оставил бы место. Где-то домика на 3 шириной. А тут бы развивал бы наше поселение. Поставил бы таверну, рынок бы перенес бы. Полностью все бы это разрушил бы. Так, рыбацкая, рыбацкая. Блин, ну тут, наверное, нам не влезет, да, это все? Так, верфь. Хотя верфь бы сюда влезла спокойно. Потом дальше что у нас здесь есть? Торговая пристань тоже влезла, да, спокойно. Вот тут бы торговая пристань была. А здесь бы, наверное, бы... Так, море, море, военную пристань. А вот тут бы у нас, бы, наверное, было бы на этом бы месте. Нет, не то. Вот так вот. А тут бы, наверное, была бы у нас военная пристань. Ну, либо вот сюда военная пристань встала бы. А здесь можно было просто рыбацкие вот эти вот хижины поставить. Не знаю, давайте, наверное, немножечко подождем. Что нам тут нужно? Тут 2, а тут, наверное, как минимум 8, да? Ну, либо 6, либо 8 нужно будет рун сделать. Плюс сюда 6. Вернуться, вернуться, вернуться. Просто дальше нету смысла здесь пока мест ничего делать. Я просто не знаю... Я хочу за периметром дороги строить, либо просто снести дорогу. Ну, то есть, чтобы вы понимали, либо... Дай дорогу. Либо вести вот тут забор конкретно внутри поселения, вот так вот. И дальше уже заниматься постройками.
оставить место, наверное, для ворот. Или просто снести дорогу, здесь построить забор, а внутри уже делать дорогу. Так как если я сейчас хижины, к примеру, здесь хижины буду ставить. Здесь у меня будут хижины. Вот таким вот образом. Плюс рынок нужно будет, плюс таверну, плюс нужно будет колодец с вами построить. Так, корабль наш возвращается. Правильно я понимаю, где наш корабль? Ты кто? Ты лодочка, которой нужен ремонт. Хорошо, я понял. Починить. Ага, починить пока я ничего не могу. Вот, наш корабль вернулся. Так, отлично. Возвращение торгового корабля. Наш торговый корабль проплыл Сен-Марии, наконец-то вернулся домой. Шикарным. Давай, наверное, отправим еще. Да, отправим автоназначение и продадим. Наверное, еще мясо продадим. Главное тут перегруз не делать. Вот так вот, 150. И нужно назначить, чтобы они могли его нямать. Все, отправляем. В деньгах я, в принципе, не нуждаюсь. Вы видите, у меня почти 5000. Мне пока без нету, куда их тратить. Так, что у нас тут? Поля рабочие. Давай пусть 4 будет штуки. Точнее, человека, а не штуки. Все, корабль отправился дальше в плавание. И, наверное, когда мы построим такой же самый корабль... Построить корабль, вот он военный, да? Тогда мы сможем с вами и строить дом этих трелов. Потому что, видите, да, здесь наручники у нас здесь. Оковы, наручники. Это, наверное, тех людей, которых мы с вами захватим. Так, я даже и не знаю. Блин, вот эти вот дороги кривые. Как же ж они... Реально бесит. Что ты у нас тут, герой? Так, задача не выполнена. Усильте безопасность. А каким образом я могу тебя усилить? Начать подготовку. Никто не подходит подготовку. А где наши... Где наши воины? Давай посмотрим, сколько у нас вообще щитов. Кто щиты нам делает? Ага, щиты у нас одна штука, да? По-моему, в кузнице. Или кто нам изготовление? Броня, броня. Изготовление. Да, щиты у нас в кузнице делаются. А давай приоритеты вот так поставим. Потому что из-за них я не могу обучать наших людей. Ну, по-моему, могу пару лучников, да? Так, лучники, лучники, лучники. Давай на скорость. Так, раз, два. Троих могу. Четверых могу, хорошо. А уже не могу. Давай тебя, наверное, обратно в деревню. Все. И начать подготовку. По идее, они сейчас должны будут сюда прийти и тренироваться. Только... А куда все мои герои делись? То есть они... Ну вот, троих я назначил на тренировку. А как мне их потом вызвать сюда? Ну, к примеру, если на нас будет кто-то нападать, каким образом мне их вызвать? Или никаким, или они сами будут прибегать? Так, что вы тут тренироваться собираетесь, не собираетесь? Стрелять по мишеням. Так, погоди, ты кто? Ага. Вот ты тут тренируешься. Начать подготовку войск, общие, лучники. Может, это наши герои? Нет? Нет. Ну вообще, прям Джон Вик. Так, ты кто? Поселение прибывают чужаки. Впустить поселение. Да, давай впустим. Я не знаю. Дома.
Им нужны будут дома. Пока есть 3 человека у нас без домов. Ага, даже больше, ля, сколько их здесь. Без домов. Хорошо, давай. Давай, наверное, временно мы поставим с вами здесь вот такие вот 2 хижины. И я же говорю, если наберут просмотры, лайкосики, комментарии, то продолжим наше с вами строительство. Давайте ускоримся. Я подожду тогда, пока у меня будет сколько, 8, да, мы говорили, либо 10 рун, чтобы мы могли с вами прокачаться. Перенести сюда все здания. Возможно, даже на паузу можно будет нажать. Здесь построиться. Так, забрать серебро. Здесь построиться вместе с вами и посмотреть, как они будут сюда переезжать. Так же самое и здесь. Так, кто там? Прибытие торговца. Посмотреть предложение. Давай посмотрим. Нам нужны щиты. Есть ли у тебя щиты? А щитов у тебя нету, да? Так, плоды. А могу у тебя купить? Нет, я могу только... Или не могу, или что? Зимняя одежда, давай. Не, я хочу купить. А купить я тебе ничего не могу, да? Купить. Угу. Если мы сделаем вот так вот. Давай, наверное, всего, да, потихонечку, помаленечку. Я так правильно понимаю, что серебро. Или это оно нас покупает? Вот это вот единственное, что не понял. Я продаю со склада, либо я покупаю. Я хотел бы щитов все купить. Ага, у меня 3 щита появилось. Отлично. И 1 очко, да? Да. А мне здесь чтоб нужно... Сколько? 2 штуки. Может, даже дождемся 2 штучки и посмотрим, сколько нам нужно будет для заборов. Так, начать подготовку не могу. Первый день, хорошо, что у нас тут герой. Повышает эффективность. Погоди, что за звуки? Неужели на нас нападать сейчас кто-то будет? Или что происходит? Это когда вот такая вот музыка быстрая. А, это пожар, понял. У нас случился пожар. Хорошо, давай посмотрим. Я не могу понять, почему они не хотят тушить наши здания. Вот реально, почему они не хотят тушить наши здания? Вроде колодцы рядышком стоят у них. Что не так? Хижина. Построить. И сарай. Опять, да, склад у нас горит? Да твою ж, я ж его только отстроил. Ну реально, аж я его только отстроил. Ребята, вы не хотите потушить? Бля, ходят вообще все равно, да? Вот колодец же стоит. Может, тут будет пожарная часть у нас, как думаете? Либо не будет пожарной части. Ага. У меня сейчас таким темпами вся деревня сгорит. Я, конечно, хотел ее разрушать, но дело ж не в этой серии, да? Ладно, давай строить. Все, закончилось отстроить, да. Все? Нет, не все. Еще что-то происходит. А, вот этот еще домик горит, да? Либо нет. Просто когда заканчивается пожар, либо какая-то катастрофа, я могу ускоряться. Значит, да, значит, это еще горит. Ага. Ясненько. Ну а здесь приоритет поставим на склад. И на складе у меня сгорели все щиты мои, да? Опять. Насколько я понял. Интересно, интересно. Ну все, заканчивайся, пожалуйста.
Не, это еще не все. А, все, отпустила. Вы видите, да? То теперь я могу с вами ускоряться. Значит, отпустила, значит, хорошо. Начать подготовку. Не могу подготовку начать. А где наши лучники? Почему наши лучники тут не занимаются? Почему здесь один Робин Гуд что-то там делает? Поэтому... А, и все, и сейчас. Что-то он ему там делал такое интересное. Ладно, допустим, что он там тренировался. Давай сейчас дождемся, пока мисклад достроится. Назначим сюда рабочих. Ну да, и у нас щиты пропали. Шикарно. Интересно, пожарная часть тут вообще предназначена игрой, либо не предназначена? Давай посмотрим. На древо жизни, древо жизни. Здесь у нас что? Можно обучать тяжелых воинов. Хорошо. Здесь у нас можно обучать сильнейших воинов. Берсерков. Могучих воительниц. Ага. Так, понижается смертность от старости. Так, собиратели находят больше трав. Это боги у нас, очки, да? Настраивать торговые корабли. Наверное, это мы сможем их автоматически настраивать. Они будут постоянно отплывать, да? И нам не нужно будет вмешательство. Блин, а можно мне еще одну руну? Можно мне еще одну руну? Я хочу просто посмотреть, сколько будет стоить заборы у нас деревянные. Просто так и не понял. Либо тут каждый день он дается, типа с утра по одному, и либо в какой-то определенный промежуток времени. Так, это кто? Это наш корабль. Да, хорошо. Прогнать чужаков, пообещать новые дома, прогнать чужаков. Блин, ну давай проводим чужаков, я не знаю. Просто не хочется, чтобы вот эти вот красные точки здесь бегали. Так, что ты им отправить? Что мы можем отправить с вами? Есть что-нибудь такое? Мясо 194. Ну давай мясо еще отправим. Ага, корабль не могу отправить. Почему? Может ты... А ты кто? Ты торговый корабль, да? Правильно я понимаю? Так, наш торговый корабль приплыл. Ага. 80 мяса продано. Хорошо. А вы тогда кто? Я таки извиняюсь. Чего вы тут сидите? Может, реально это торговый корабль? И с нами торговать. Кожа. Купить. Хочу купить. Может, кожу купим? И хлебушка, да, купим? А ну, давай посмотрим. 108 монеток, у нас 5155. Торговать. Да, шикарно. Ага, все, мы купили с вами кожу, купили и мясо, да, по-моему, купили. Так, кожа и хлебушек, по идее, должен быть у нас. Я не знаю, почему они не забирают наш хлеб. И на рынок не приносят. Ага, из-за того, что у нас лимит, у нас перегружено все. Ясненько, понятненько. Во. Сейчас, погоди, вернуться назад. Что ты хочешь? Так, дать героям запрошенные материалы и серебро. Давай дадим. Задача выполнена. Потребности героев. Хорошо. Давай здесь посмотрим, что у нас
Здесь изучить, отлично. А тут нам нужно 4. Ага. Не так уже и много, как я и думал, правильно? Всего 4 руны нужна будет. Не знаю, подождем ли мы вместе с вами. Пока мисс нам накопится здесь 4 руны. И подумаем, как бы нам бы тут построиться. Опять бы, вроде смотришь, вроде все ровно. Но с другой стороны, вот видите, кривые дороги. И выровнять я их реально не могу. В любом случае, где-то будет неровно. Так, давай, наверное, срубим это все. Срубаем. И давай подождем, пока мисс... А я могу поплыть, отправить торговый корабль, я могу купить, к примеру, себе кожу. Купить. Назначить корабль. Автоназначение. Так, кожа у нас, да, маловато. И щитов нету. Железные инструменты. Мне нужно в дорогу дать им мясо. Так, вот, можно кушать. Угу. Длительность торговли 4 дня. Давай, наверное, кожи и мясо вам дадим. Вот так вот. И посмотрим. По идее, они нам должны будут привезти 40 кожи. Отправить корабль. Прочность у нас. Прочность. У нас четверть сняла, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Ну, должно, по идее, хватить. Здесь мы можем, конечно, чинить наши корабли. Ремонт. Но автоматически я не могу выставить из-за того, что мне нужно опять в древе жизни это все прокачивать. Ну, чтобы я просто не переживал за эти корабли. Чтобы они автоматом их чинили. Так, давайте, наверное, сделаем так. Я сейчас нажму на... паузу, подожду, пока здесь у нас появится 4 руны. Прокачаем с вами заборчики. Ворота. Сторожевой башни. Как раз посмотрим, как они будут выглядеть. Потому что, я думаю, мне нужно будет просто минут 20 подождать, пока здесь у нас накопятся материалы, чтобы вы не ждали. Посмотрим, как у нас тут будут выглядеть заборы. Как будет выглядеть ворота и какими размерами у нас здесь башни и какой периметр они перекрывают. Согласны? Так что все, я сейчас не прощаюсь, буквально через пару секунд с вами и услышимся. Все-таки я выполнил задание, получил наши руны, так что давайте теперь смотреть, как будут выглядеть наши с вами заборы. Вот, отлично. Ну и, наверное, поставим обычную скорость, пока мисс. Так, военное дело, ага, деревянная крепость, забор, так. Как ты будешь выглядеть у нас, и где мы будем тебя ставить? Ну, к примеру, начало у нас будет вот тут. Давай попробуем сделать вот так и посмотреть. Деревянная стена. Только как мне тебя... Ага. Что-то мешает. А мешает мне, походу, дорога, да? Хорошо. А если мы тебя сделаем вот тут? Не, сильно далеко. Хочу, чтобы было ближе... Блин. Во, а ну давай... Давай смотреть. Допустим, мы сделаем вот так вот. И пойдем по прямой. Ну, я думаю, плюс-минус ровненько, да? Так, отлично. Вообще шикарно. Так, а если мы сделаем вот так вот, и увидим тебя...
Да, не совсем ровно так, как я хотел. Но что-то более-менее... Есть, все, отлично, да? Теперь можно будет с вами посмотреть, как будут выглядеть наши военные дела. Сторожевая башня. Я думаю, можно будет две штуки поставить вот сюда, перед главным входом, правильно? Так, давай тебя повернем и посмотрим. Ага, дорога вот сюда, ты идешь. Думаю, можно будет одну сюда поставить. И одну вот сюда. Плюс-минус. Потом отсюда вывести дорогу к морю. К нашему причалу. И здесь мы теперь сможем с вами, когда они начнут строить забор... Здесь мы деревья все убираем, они нам не нужны, я думаю. Так, а ну давай ускоримся немножко. Теперь мы здесь можем с вами строить наше поселение. Это можно будет сносить. И пока мы здесь будем сносить и перестраивать, я думаю... Понятненько, приплыли. У нас еще руны насобираются. Так. Когда вы побежали... Ага, вы просто бегаете, да? А, вы срубаете деревья. Окей. Что по поводу строительства? Если у нас строители 4, ну давай 8 человек назначим. Хочу просто посмотреть. И приоритет. Давай приоритет сюда. Потому что без приоритета они будут очень долго и нудно соображать, да? Все? Везде есть приоритет? Вроде да. А, по-моему, башня, да, неровно построил? Давай мы, наверное, тебе снесем и установим правильно. Так. Вот таким вот образом. На таком расстоянии от дороги. Есть. Тоже ставим сюда приоритет. Отлично. Все, ворота готовы. Правильно понимаю? Ну, раз не могу на них нажать, значит все-таки готовы. И забор пошел. Но я так понимаю, что каменного забора у нас здесь не будет. У нас чисто дерево, потому что это викинги. Хотя можно было бы и каменный забор сделать. Так что, ребят, как-то так это все выглядит. Так, что у нас? Что у нас тут еще есть с вами? Так, скорость подготовки воинов. Количество получаемых набегах увеличивается. Можно обучать тяжелых воинов. Так, а здесь у нас шестерочка. Военный корабль. Военный корабль у нас будет строиться с вами вот здесь. Построить корабль, вот видите, да? Не исследовано в древней жизни. Можно будет строить военные корабли и делать набеги. И тогда уже, я так понимаю, у нас откроется вот эта вот постройка. Можно будет построить дом треллов, которые будут жить вместе с нами. Блин, ну как-то так, ребят, не знаю, жарю, все будет зависеть от вас. Захотите продолжение, просто напиши комментарий, поставил лайкосик, что Арчи, давай продолжай. Я пару дней подожду, пока здесь у нас накопится много рунов для прокачки. Перенесу наше поселение, жарю, вот сюда вот. Здесь можно будет разрушить, так же самое, заборами все выставить. Перенести доки, причалы, я думаю, к центру нашего города. Вот сюда куда-то. Вот верфь можно будет сюда одну поставить. И торговую пристань можно будет вот сюда вот так поставить ровненько. Провести потом вот это вот дорогами. Здесь что-нибудь украсить. Я не знаю, чем-нибудь украшение здесь сделать. И нужно будет еще сторожевые вышки, наверное, да, расставить. Так, сторожевая башня значительно укрепляет оборону поселения. Только почему здесь никого нету? Ага, вот ты, да? Воин, ты лучник. Я так понимаю, что у нас здесь будут с вами лучники. Да, вот наши лучники.
Вот наши защитники, они как раз у нас здесь и с вами будут стоять. Шикарно. Нужно будет, наверное, тоже потом тренировочный лагерь куда-то перенести. Может, вовнутрь. А может, там и оставить. Не знаем. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока и до потом. Если что, пишите комментарии, продолжим. Если нет, то пойду поищу какую-то новую игрушку. Ну, реально бы я хотел бы полностью изучить все древо жизни, сделать пару набегов, отстроить нашу деревушку, чтобы было все у нас красиво. Так что как-то так. Все. Всем мур-мур.